Сегодня козырная жизнь под Одессой. На даче у народного артиста Бориса Барского. Здравствуйте, хозяин! Я вас в телевизоре видел. Да. Борис Барський. Учасник комік-трупи «Маски-шоу». Академік Міжнародної академії дурнів. Та володар почесного звання «Старий дурень». Я як чумно, я як шальной, я як звалившийся з небес. Вважає, що старим йолопом бути не менш почесно, ніж народним артистом. Сьогодні у козирному житті. Алло, Лера. Алло, Борис. Чудернацький будинок клоуна. Це то місто лучше, ніж кладбище. Екзотичні сади. Все без ГМО. Майже мексиканські джунглі. А кактус такі цвіти пускає, необыкновенної красоти. І камінна зала з кріслом льотчика-випробувача. Я нікуди зараз не взлечу. Чому Борис Барський так і не став інженером-ядерником? Я знаю, що всі прибори лгут. Та скільки крові здав, аби вразити майбутню дружину? У всіх людей брали по 200 грам крові, я здав пол-літра. Він чуть не упав в обморок. Борис! Це не Аргентина, не Мексика і не Південна Америка. Це Одеська область України. Тут, у 6 кілометрах від Чорного моря, будинок незрівнянного клоуна Бориса Барського, який він називає не інакше, як родинним маєтком. У нас тут угодія. Розкішний яблуневий сад, виноградники, з яких артист сам робить вино. Поруч річка, де водиться от така риба. Покажу, як настоящі рибаки ловять от таку от огромну рибу. І посеред цієї краси затишний будинок зі шкіряними меблями. Як вдома чуємо себе. Як і належить справжньому родинному маєтку, в центрі велика зала зі справжнім каміном. О, красива поляна. От далі буде красота. Коли краса наведена, господар займає своє козирне місце. Це волшебне іспитательне крісло льотчика-іспитателя. Я нікуди зараз не взлечу. Ні. Катапульти тут нету, все дуже удобно. Уютненько. Поїхали. Слушайте, а что это со спиной моей происходит? Это массажное кресло. Гости просятся на это кресло же, наверное. Так здесь все село ходило. И тут бабушки все собирались со всего села, они приходили в гости, они массажировались, они играли в карты. Я считал, что у меня вообще не дома казино какое-то. Я думаю, что мы все-таки продолжим экскурсию, а то я сейчас тут так расслаблюсь, что просто вообще забуду, что у нас же козырная жизнь на даче. Нет, вы бы расслабились, если бы это кресло было на двоих. Звичайне масажне крісло, перетворене в уяві на льотний тренажер. Це привіт з юності! Колись клоун Борис Барський займався цілком серйозними справами. Після школи він вступив на факультет атомної енергетики Одеського політехнічного інституту. А його друг та головний партнер по гурту «Маски» Жора Делієв, виявляється, був архітектором. Борис, у вас в домі много ігрушок, а особливо клоунів. Я говорю, а не знаєте як? Что в Украине есть два народных артиста и оба клоуна. Это я и Георгий Телеев. Вот это мы с ним вдвоем висим на парашюте. Мы просто с Делиевым похожи, нас очень часто путают. Ну вот посмотрите, как их различить. Ну, нас различают обычно меня по усам, а его по бакенбардам. А так на сцене, ну, мы оба дурака.
коли архітектор Георгій Делієв та інженер-ядерник Борис Барський створювали ансамбль пантоміми та клоунади, вони навіть не уявляли, що стануть найвідомішими клоунами в колишньому СРСР. Це пізніше публіка дізнається про камеді та вечірній квартал, а тоді конкурентом одеських коміків була лише Санта-Барбара. В цьому будинку все не так, як у звичайних людей. Ух ты, сколько ракушек! Это какая-то ваша коллекция? Это телефон мобильный. Лучше взять этот, на нем больше кнопочек. Навіть буденні речі Барський примудряється перетворити на частину якоїсь веселої гри. Алло, Лера. Алло, Борис. Добрый день, как дела? Ничего. Вы знаете, у кого я сегодня на даче? У кого? У народного артиста Бориса Барского. Не может быть! Борис, вообще на самом деле ракушки такие вот, гуляя по берегу, такие не встретишь. Да, это дедушка плавал, он привозил с каждого рейса. Дід відомого клоуна народився в Одесі і, як справжній одесит, був моряком. Але онук не схотів продовжувати шлях діда. Він з дитинства клеїв дурня. То вимастить зеленкою лисину директора, то проштрикне циркулем усі лампочки і сховається у морзі. Його виганяли зі школи та піонерських таборів і дуже сварили вдома. Хлопець мужньо терпів і знову брався за своє. Головне, вважав він, що було весело. Цього принципу дотримується по життю і донині. У меня еще есть две волшебных подушки, показать вам? Да. Вот это обалденная подушка, короче, вот так вот она бросается, вот так вот. О. Потом ты... И она принимает форму твоего тела. Вот так вот. Хоп. Наверное, это Слава Полунин придумал, потому что когда мы ездили на конгресс дураков, он обязательно делал какой-то уголок, в котором было так уютно, так по-домашнему тепло, и вот на таких подушках мы сидели и пили чай. Слава Полунін. Він же автор всесвітньо відомого сніжного шоу. Він же Асісяй. Асісяй. Він же президент Академії дурнів. Це він нагородив Барського почесним званням старого йолопа. Це звання найвідоміший клоун світу вручає тільки дурням. І ніколи придуркам. Перші від других відрізняються безпосередністю і ще вмінням дивуватися та радіти. Так Барський опинився в переліку титулованих дурнів разом з Борисом Гребенщиковим, Андрієм Макаревичем та Юрієм Норштейном. Дурні мають перед розумними величезну перевагу. Вони можуть завжди залишатися собою і не боятися повертатися у дитинство. Для вас це дом? Це місце для відпочинку? Я не знаю даже, это, наверное, как норка. Каждому человеку нужно иметь свою норку, где можно спрятаться, где... Здесь даже не везде телефон работает, это так здорово. Ну вот, вроде бы связь есть, но она такая вот слабонервная. Она может тебя достичь, а может не достичь. И все знают, что если мне не могут дозвониться, значит, это я вот здесь. В норке? Да. Жити в стилі Барського полюбляє і його добра подруга Альона Вінницька. Альона. Через 10 лет получи конверт з серцем і признаннями. Будинок Нірка. Де можна сховатися від сторонніх очей, залишитися сам на сам із природою і повернутися у дитинство. У співачки і екс-віагри Альони Вінницької теж є така схованка. Ось вона, ця хатинка, маленька, майже іграшкова.
Ну что ж, Лера, проходим к нам на огонек. Цей ляльковий будиночок на березі озера – місце, куди Альона приїздить, коли їй треба побути самій та відпочити навіть від найближчих людей. Такой компактный маленький домик. Да, маленький домик, такой даже детский, можно сказать. Если не выходить на улицу, то кажется, что ты где-то в Швейцарии, и там снег, все заснежено, а ты в теплом маленьком уютном домике. Тебе нравится, когда вот домик такой маленький? Для постоянного места жительства нет, хочется больше пространства. Но так, чтобы сбежать от всех и приехать отдохнуть, здесь хватает места. Вот. И он действительно вызывает у меня какие-то детские ассоциации, потому что в детстве всегда хотелось иметь какой-то домик на дереве, деревянный, залезть туда и спрятаться. На другому поверсі маленька затишна спальня. На столику біля ліжка книжки того ж Бориса Барського. Это Борис Барский, великолепный Борис Барский. Есть желающие поучаствовать? Мы! Прошу! Ничего не понимая, я почувствовал тревогу. Острым каблуком в трамвае встали вы на мою ногу. Я как газовый баллончик. Я за нашу с вами близость прокусил бы ваш талончик. Но с трамвая лишь сошли, и прошла любви отрава. Я пошел, и вы пошли, я налево, вы направо. Отлично. Дотепні вірші рятують від хандри та депресії. А ці картини нагадують дівчині про юнацькі мрії та часи, коли вона вірила, що все найкраще стається, коли мрії збуваються. Це, кстати, одна з моїх теж любимих робот, которая была сделана, ну, если я не ошибаюсь, лет 18 назад. Это такая философская мысль о том, что если слон залезет, сумеет залезть на дерево, то у него обязательно вырастут крылья, и он сможет летать. Вот это такая идея для каждого человека. Пытайтесь лезть на дерево. Ты тоже себя считаешь слоном, который пытается взлететь? Да, безусловно. Я считаю, что каждый человек добивается успеха в своей жизни, только если он прилагает к этому усилия и верит в невозможное. Слон, который залазит на дерево, это в принципе невозможно. Вот. Поэтому это некая такая аллегория. То есть если человек попытается совершить чудо в своей жизни, то это чудо к нему придет. 18 років тому Альона марила сценою та сольною кар'єрою. І ці бажання втілились у реальність. Щоправда, Вінницька хотіла співати рок, а її запросили до нового попсового дівочого бенду із провокативною назвою «Віагра». Без борьбы, то есть не было никаких там обивания порогов, возьмите меня, была там, была сям. Це зараз Альона віддає належне тому віагрівському періоду. Это мой первый выход на сцену профессионально. Это мой толчок в моей профессиональной жизни. Вот согласитесь, вот многие даже сейчас вот слыша это, понимают, что это чудеса в жизни, когда тебе просто звонят и говорят, хочешь поучаствовать, например, в таком проекте, который делает Константин Меладзе. Але тоді попса її дратувала. Вона залишила гурт і відкинула кілька непоганих пропозицій. Приміром, стати третьою у відомому поп-гурті «Хай-фай» та назовсім переїхати до Москви. Окрім ненависної попси, був іще один аргумент, чому Альона тоді відмовилася. Бо довелося знову б ховати від усіх свого коханого. Музикант Сергій Алєксєєв, названий «Большим» за величний зріст та міцну статуру, став її чоловіком, коли дівчині було 18. Але за контрактом «Віагри» Альона мала приховувати свій заміжній статус. Не могла з'являтися з Сергієм на публіці, на тусовках та вечірках. Чоловік навіть не міг зустріти її після концерту. Там приходилось безпрекословно, по суті, виконувати все те, що від тебе требують. Але тепер вони могли бути разом усюди.
був гурт «Cool Before» та Альона Вінницька, яка нарешті і на сцені стала хуліганкою та рокершою, заспівали разом. Здавалося, всі її мрії здійснилися на сцені. Поза нею все було не так безхмарно. Альона дуже хотіла стати мамою. Вони з чоловіком в усіх інтерв'ю заявляли про намір стати батьками. Будь-яка нормальна жінка хоче стати мамою. Я не виключення, звісно. Але останнім часом у пресі пішли чутки про те, що пара на межі розлучення. Це без коментарів. Я не буду коментувати. Тож поки Альона у казковому будиночку сама. З думками та мріями. А сьогодні козирне життя в гостях у коміка Бориса Барського. Борис, що ви робите? Я пробую помити черв'яка. І далі ви побачите. Борис! Чому Борис Барський не став інженером-ядерником? Я знаю, що всі прибори лгут. Скільки крові він здав, щоб вразити майбутню дружину? У всіх людей брали по 200 грам крові, я здав пол-літра. Він чуть не упав в обморок прямо у мене в гостях. Пойдем в сад еще покажу. Здесь очень много цветов, я даже не знаю всех сортов, потому что это только мама знает. Вот это она эти грядки возделывает. У родинному маєтку Бориса Барського квітнуть кактуси, які розводить дорога теща. Він такі цвіти пускає, необыкновенні красоти, просто необыкновенні. Визрівають яблука у садку, за яким доглядає кохана дружина. Тут і персики є, і абрикоси, і вишні. Маракуя. А сам Борис вирощує виноград. Здесь вот правда вот такой виноград. Я б мог такой показати, я скромний, я говорю. По-чесному. Вот та виводить нові сорти плодових дерев. А вот волшебне дерево мультифруктове. Певно, не дають спати лаври Мічуріна. А ну видите, сколько плодов, вони всі абсолютно різні. Можна попробувати, кстати. Отличные яблочки, свеженькие. Но вот главное, там... что тут растут помидоры. И помидоры, и бананы, и груши. Здесь очень много. Апельсины там есть. Это все на одном дереве. Кстати, фрукты и овощи настоящие. Это так... все без ГМО. Так. Усіх своїх гостей Барський пригощає свіжими яблуками та вдягає у чарівні чобітки. Переобутися треба, тому що там річечка. Вгадайте, навіщо? Покажу, как настоящие рыбаки ловят вот такую вот огромную рыбу. Клёв будет, я это гарантирую. Борис, что вы делаете? Я пробую помыть червяка. Борис! А на что вообще еще можно ловить, кроме червяка? Можно на кукурузу еще ловить, на хлеб. Мне кажется, хлеб как-то поприятнее. Я не буду на это смотреть. Вот так. Ой, ой, и, а! Ого! Все, поплавок встал, и дальше ждем. И сколько так нужно ждать? Я предлагаю пойти, наверное, потому что если с рыбой не складывается, то там должно все сложиться с шашлыками. Я угощаю. Очень вкусный шашлычок, нежное мясо. Тебе какой кусочек? Вот этот годится, хорошо. Козырная жизнь сегодня в гостях у народного артиста Украины Бориса Барского. У его жены. Жены Натальи. У мамы. И мамы Надежды Ивановны. Это моя мама. Что ты жадничаешь? Ну ладно, общее. Дружина Наталя. А по-домашньому просто Марися колись була хіміком, але мріяла стати клоунесою. Борис, за задумом батьків, мав стати інженером-ядерником. І працював у Центрі стандартизації та метеорології, аж поки не зробив неймовірне відкриття. Я знаю, що всі прибори лгуть. А не брешуть на цій планеті тільки клоуни і повні дурні. Аби не робити дурниць із серйозним виразом обличчя, він вирішив всерйоз зайнятися клоунадою. Так і зустрів свою кохану. Як ви познайомились?
Ну, расскажу вам народ. Я пришла заниматься пантомимой, и Буря был руководителем студии начинающих в Одесском дворце студентов. Репетитором. Репетитором он был, да. Брис, расскажите про романтическую историю, когда вы сдавали кровь для того, чтобы покупать Наталье цветы. Это правда? Я поэтому худой такой, я постоянно это. Такой факт известный уже. Не, правда, мы встречались, я учился в институте, и денег не было. А было 8 марта, и нужно было, ну, обязательно всем же дарят цветы, обязательно это нужно сделать. Ну и единственный такой выход, какой я придумал, это пойти на станцию переливания, я сдал кровь, купил букетик цветов. Наталья, вы знали, на какой он поступок пошел для того, чтобы конечно, купить цветы? Конечно, я узнала это в тот же день, потому что он чуть ли не упал в обморок прямо у меня в гостях. То есть он всегда был очень худой, он сдал кровь, и он пришел просто вот так покачиваясь, непонятно, а потом просто на грани обморока. Я тебе не говорил, Мариса, потому что у всех людей брали по 200 грамм крови, я сдал пол-литра. Борис, а вы помните первый стих, который вы написали для супруги? Ну, это был белый стих. Я так люблю свою жену, женушку, женулечку, что готов каждый день приносить ей цветы с пестиками, тычиночками такими желтенькими. И она будет нюхать эти цветы и пачкать в свой нос пыльцу, а потом долго тереть на сяру свою. У всех людей будут жены с нормальными носами, а у меня с такой большой красной носарой. Это первое стихотворение, которое он прочитал по телевидению и сказал, что он его посвятил своей жене. Я потом приходила на работу, и народ меня так в профиль рассматривал, что там с носом действительно или нет. Колись він не пошкодував для дружини півлітра крові, тепер вона дозволяє йому присвячувати вірші іншим жінкам. Це саме перша моя книжка. Вот самая первая, которая издалась, называется «Лирические стихотворения о любви к разнообразным женщинам». А ваша жена не ревнует, что вы пишете стихи к разнообразным женщинам? Я ведь не практик, я теоретик, понимаете? И в Одессе есть такой анекдот, когда идут муж с женой, и муж заглядывается на других женщин, а жена говорит: «Давай, давай, нагуливай аппетит, все равно дома кушать придется». Ага. Клоун і поет зберігає свої творіння у спеціальній кімнаті. Щоб дістатися сюди, треба підніматися дерев'яними сходами під самісінький дах будинку. Це щось середнє між бібліотекою, кабінетом та музеєм. Здесь у меня столько вот всяких вещей, это вот мне Витя Андрієнко подарил, когда они долгоносики. А, долгоносики ждут на побачення. Это Жорик мне подарил. Это его ручная работа. Я так понимаю, что это, наверное, он? Да, нет, похоже, да. Это, наверное, вы, а это, наверное, Комаров. Але ви ніколи не здогадаєтесь, що Борис Барський береже як справжню коштовність. Тут все найлюбіші мої книжки, які за всю життя свою я збирав їх. У рідному місті Бориса називають рятівником книжок. Коли закривали бібліотеки, а непотрібні видання просто знищували, він завжди приходив на допомогу. Одна була просто історія, в неї повірити складно мені, тому що ми були... Мы были на съемках и снимали в бомжатнике, в таком старой заброшенной санатории, заброшенная библиотека. И книги просто бесценные. Вот этот Шекспир там стоял, вот Незами. Ну, короче, больше 230 книг. И они в таком состоянии, они уже покрытые плесенью, они в кучу сваленные. Тот же Гашек. Блин, я говорю, у меня мурашки такие бегают. Нахожу директора библиотеки, начинаю с ним договариваться, говорю: понимаете, мы можем дать им умереть этим книгам, или можем дать им возможность еще пожить немножко. Вот я готов, там, скажите, сколько денег я готов заплатить. Он говорит: да нет, спасибо тебе, пожалуйста, забирай их. Ну, я только недавно 3000 книг списал, короче, убил, называется по-другому. Ну, жалко, очень больно. Вы прямо говорите о книгах, как о живых существах. Они правда живые. Вот у меня ощущение, вот мы же все смотрели, да, «Барон Мюнхгаузен» фильм, и когда Мюнхгаузен говорит: я разговаривал с Шекспиром, там, или я разговаривал с Сократом. В свое время Сократ, как мне сказал, женись непременно. Попадется хорошая, жена станешь счастливым, плохая, станешь философом. В каждой книге какая-то определенная жизнь, ты держишь в руках, ты чувствуешь эту энергетику, свет, который оттуда исходит. Из электронной книжки этого нет.
Борис Анатольевич, скажите, вы сколько лет вы уже вместе? 33,5. Не все творческие люди могут похвастаться таким супружеским долголетием. В чем секрет? А каждый день считать, что это первый день твоей жизни. Вот и все. И главное не забывать еще жене говорить, что я ее люблю, я ей говорю каждое утро, каждый вечер. И привыкание, смотрю, не наблюдается, нет. А вообще, для того, чтобы долго жить, я знаю три слова волшебных, которые ласкают слух любой женщины. Это «люблю, куплю и поедем». И мозгом я еще где-то прочитал, и мозгом понимаю, что это очень правильно, что женщина должна быть любима, счастливая и желанная, и больше она никому ничего не должна. И вот я так, ну, как бы вот соблюдаю эти правила, наверное, еще поэтому мы так вот долго. А Наталя має свій секрет сімейного щастя. Він у тому, що вона вчасно відмовилася від кар'єри клоунеси. Я позанималась ровно до замужества і рождения первого ребенка. Потом как-то это все меня отпустило. І в їхній сім'ї лише один дурень. В сім'ї одной звезды достаточно. Две – это очень много. Вот именно потому вы говорите, что да, актерские семьи очень редко так долго уживаются. Дача – это особенное место для вас? Да? Вы знаете, вот я недавно прочитала, что у каждого человека должно быть свое место покоя, да, как бы свое убежище. Вот, наверное, этот наш дом – это наше место покоя. Мы сюда приезжаем, здесь хорошо спится. Здесь проходит вся какая-то городская нервотрепка, суета. То есть вот это место, куда хочется возвращаться, где нам хорошо. Для вот такого чувства покоя нужен такой муж, как я. Ми провели день із знаменитим клоуном і зрозуміли. У звичайному житті всі гумористи – страшні зануди. Усі, але тільки не одесит Борис Барський. Козирне життя може це підтвердити. Да, пока. Для щастя нужно ведь так мало. Приборы, ножик, рюмка, вилка. Скатерть, хрустящая крахмалом и запотевшая бутылка. И чтоб не девушка, а пончик, локтем локтя ее коснусь я. Ну стоп, на том мечтать закончим, а то слюною захлебнусь я. Наступного тижня козирне життя на дачі Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Давай до нас ходи! І ви побачите! Боже, це ж мені 47, мама дорога! Що роблять знамениті дачники, коли їх ніхто не бачить? І чому Борисюк не пам'ятає, коли саме взяв Ольгу за дружину? От скажи, коли. Я знаю. Ну? Thank you.